среду в Самарской области небольшая облачность, местами дождь, возможно, гроза. Температура воздуха в дневное время +20, +22 градуса, ночью 11-13 выше 0. Ветер юго-западный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани небольшая облачность, осадки в виде дождя, днем +20 градусов, ночью +11, ветер южный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти облака, пройдет дождь, днем 21, тепло, ночью 13 с плюсом, юго-западный ветер 6 метров в секунду. В Самаре малооблачно, небольшой дождь, днем +21, ночью +12, ветер юго-западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 52%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.